Союза не была прибежищем, офшорным прибежищем, по сути, для капиталов и стран с развивающимся типом экономики, как их называют. Болгария была просто нигде, она была вне этих процессов, капиталы бежали в офшор. Поэтому то, что Болгария добавилась к этому решению британских, по сути, властей, наверное, это сделано в основном для юмора. Правда, не смешно, потому что в Болгарии дела плохие. В свою очередь, Кипр, который раньше активно менял инвестиции на гражданство, свернул программу в 2020 году. Специальная комиссия выяснила, что часть паспортов выдана незаконно. А вот,